Вот. Ну, стены-то не такие, дома уже построены. А как же это вы физики вдруг, это вот как же это? Вы физики вдруг вот. Вдруг верующие. Ну да. А противоречий нет. Физика – это наука о природе. А здесь о духовном, духовные законы. Между ними нет противоречий. Если человек ищет истину, знаете, он не увидит противоречий. Наоборот, сейчас при изучении природы окружающей Земли подтверждается библейское повествование. Просто нам этого не показывают, этих данных. Что был потоп, это известный факт. Что люди были гигантского роста, 3-4 метра, а то и выше. Это в Библии об этом говорится. А нам, видите, в советское время наоборот все говорили, лгали, и мы к этому привыкли. Я тоже в советской школе учился. В Тамынской церкви икону привозили сюда. Ну, это я не знаю здесь. Это дело. Вот это все вместе 750. Если где-то запишите, чтобы дать цену. 750 евро? Нет, это отвечает, только учитывая людей. Доставку все. Вот кто спонсирует. Посчитайте. Сокол Борис Александрович. Кто он такой? Кто он такой? Президент Объединенной химической компании Щелкина Азот. Сбербанк России участвует в этом. Зная книги, имеет возрождающие действия для людей, которые ничего не знают, даже падшие совсем в тюрьме. И они со мной вместе молились, выходили другие люди. Это Дух Святой делает. Ну, я разговариваю с заключенным, знаю, в чем дело, потому что я сам в пяти тюрьмах отбывал. Мне бы никогда не выйти, если бы не Бог. А что ж здесь святая-то нету? Интересно? Сергей, мы все начинаем с молитвы. Вот сегодня утром встали, начали где-то вместо полосы, кукурузы, чтобы ближе мы зашли первый, кто был сегодня. Начали. Теперь дальше. Сейчас мы идем до Грозного, и там только снова на Ставрополь возвращаемся. А потом идти Грузия, Азербайджан, Армения. Мы сейчас пошли Польша, Германия, Венгрия, Румыния. Это везде дали в каждой национальной библиотеке. Где-то? Высших институтов. А, я хочу, да. Хорошая? У нас есть это, не на звук, а есть написано на стене. Может быть, и это. Ну, тоже вот такое. Вот так. По-моему, даже вот это. Мы поехали до школы пока. У нас нужно установку. Мы просим помолиться. Ну, по-моему, да, у нас, по-моему, вот это. Показать. Это еще да. Церковь. Какая? Если вы на сайт зайдете, там будет написано православный форум Игнатия Ласкина. Там 1400 тем, то я как-то не открыл. А вот Мень, какой он был? Какого он был как человек? Знаете, как сказать человек? Ну, короче, не, я внешне, что ли? Не-не-не, вообще, зачем мне внешне? Ну, во-первых, это, если по-мирски сказать, интеллигент самого высшего класса. Это эрудит был, энциклопедист. И вот когда будете считать, вот это вот у меня здесь есть. А на сайте здесь аудио, мы беседуем там, ложечкой чая мешает, слышно где-то. Он был с юмором. Далее. Кензер. У него, если так сказать, то врагов практически не было. Его тоже преследовали, хотя не сажали. Вся интеллигенция Москвы, это все его прихожане были. Ну я знаю, да. Вот так. А, теперь спрашивают, за что и как его убили. Предположение у меня есть. Потому что его убили, мне сразу телеграмма его родные прислали, мне знакомые. Он еврей, и он был поставлен ректором первого института православного. Многим это православным сильно не хотелось. И такое было общество «Память» Васильева, разделилось раз еще вот. И особенно оттуда пылало ненависть. Я был в Москве, знаю обстановку. А вы тоже евреи? Кто мы? Да какие же мы евреи? Я отец рязанский мужик. Мама моя горяна. Да я вот еще еврей новый. Мама моя из гор. Да лучше. У меня же отец, чтобы он был ректором. Это первое. Первого института. Далее, он был экуменист. Православные монахи абсолютно против. Его книги до последнего времени в церкви запрещены были. В церкви. И, видимо, его сын Михаил, он был губернатор Ивановской области. Это, ну, с Путиным, конечно, как-то так сделали. И сейчас книги сказали... Дайте народу, но все равно церковники не пропускают. Церковники – это главный тормоз. А я знаю. Но что? Вот эти книги, они обладают свойством возрождения, они никому не добавляют сигареты. Да, да, так и говорят. Вино проще. Это уже не отрицается никак. Но человек – это космос. В первую очередь,
на сегодняшнее время вот на него нападки даже несправедливы. Я, не ближайший его помощник, скажу, я ему недавно писал письмо о том, что делать. Он вернулся с Востока и говорит, состояние церкви духовно развалено, сектанты все уже захватили, весь север и весь Восток. Это его уже слова. И вот к нему привязанность. У него собака, мы тоже идем с собакой. Какой же патриарх с собакой где-то бежит, а мне наоборот это близко. Ничто человеческое не нужно. Он любит природу, каждый день купается. Да, богатый, да, ну, он за это отвечает как человек. Но он веру никак не изменит. В церкви служба идет, как всегда шла. Но убрать его не можем. Его убрать мы не можем. И поэтому вообще... Вот потому сектанты и захватили, чтобы вот такой патриарх. Да. Не было бы такого патриарха, сектанты бы ничего не захватили. Ну, сегодня мы едем, вот знаете, в Ставрополе Горбачева, там, не знаю как, ругать для этого ума никакого не надо. Но вы поймите, что есть у Бога план на эту землю. Этот план рассчитан на тысячи лет вперед. И Горбачев выполнил то, что положено было. Это предназначено было от Бога. Предназначено родиться должен Ленин, Сталин, Гитлер. А они не могли не родиться. Если бы это не от Бога, они даже не зачались. Просто не было зачатия и все. А они пришли, поэтому за Горбачева мы молимся. Господи, дай ему покаяние. Чтобы он не ушел без покаяния. Такие беды наделали, разделили нас. С украинцами, с белорусами. Все везде это войны начались. Но как жили без Бога? И Господь послал этот бич. Бог говорит, я долго искал его правителя, но хуже не нашлось. То есть я искал, нашел самого-самого негодного и поставил. Это было в Греции 7 век. И это история говорит. А в нашу церковь заходили? Нет, мы только проехали, сейчас быстро успеть на Владикавказ, еще на Зарань, и успеть сегодня в Грозный попасть. У нас времени абсолютно. Вы не боитесь на Зарань попасть? Вот относительно сайта я сказал, какое богатство. У нас нет интернета. Когда зайдете, и там вверху написано православные формы Игнатия Латы. Это книги, и вы нам попадете на него. Это 1400 тем. И там выступление патриарха Андрея Кураева, все там найдете. По определенной тематике.